Продолжим выпуск коротким информационным обзором. Наш депутат в Мособлдуме Сергей Юдаков встретился с главой района. Тема встречи – обращения и просьбы клинчан, благоустройство, транспортное сообщение, ремонт дорог и социальных объектов. В этот же день Сергей Викторович обсудил планы по ремонту с руководством детсада «Елочка». Не забыл Сергей Викторович поздравить юбиляра. Главврачу детской больницы Ольге Стебловской депутат вручил почетный знак Московской области за труды. Более 200 незаконных рекламных конструкций демонтировано в Клину с начала года. Причем 70% в принудительном порядке. Остальные 30% собственники убрали добровольно. Больше всего незаконной рекламы на вылетных магистралях Ленинградского и Волоколамского шоссе и городских улицах Карла Маркса, Гагарина, Самодеятельная. 12 июня в Клинской дюше около 30 сильнейших каратистов России примут участие в открытом Кубке Клинского муниципального района по карате и всероссийском рейтинговом турнире по ката. Соревнования станут первым отборочным этапом в сборную страны. Она будет представлять Россию на чемпионате мира по карате в октябре в Австрии. Второй отборочный этап пройдет в Высоковске 24 июля. В соревнованиях примут участие 12 клинчан.